коллегами от Фомина, рок-портал «Эквилибриум». Этот материал специально для программы «Гейм Бункер». А рядом со мной, можно сказать, руководитель, да, уютного подвальчика. Можно и так сказать. Виктор Карасев. Да. Первый вопрос. В недавнем интервью ты, вернее, в недавнем видео ты отвечал на вопросы своих подписчиков и сказал о том, что в скором времени у тебя на программе будут интересные гости. Это будут такие же блогеры, как и ты сам, или это, может быть, будут издатели, может быть, те, кто озвучивал игры? Вот. Нет, естественно, имелось в виду приглашенные ребята из каких-то других шоу, как вот, допустим, был недавно у нас ролик с Пашей Гриневым. А также в следующих роликах будут другие личности, скажем так, с разных каналов. Ближайший, вы, наверное, увидите уже недели через три, если все получится. Ну, если нет, чуть попозже, но будет очень много всего. Будут, помимо новых людей, какие-то новые форматы. В общем, как-то так. А появились ли какие-то новости о выпусках «Пока все играют»? Можно сказать, первая приглашенная звезда, которая будет в нашем следующем ролике, она как раз таки будет в «Пока все играют», в третьей серии. То есть это будет девушка? Возможно. Хорошо, ладно, пытать дальше не будем, будет сюрприз. Выпуски про игры у тебя популярнее на канале, чем выпуски про книги. Как ты думаешь, с чем это связано? Я думаю, что связано в первую очередь это с тем, что канал изначально позиционировался как канал про видеоигры, но на самом деле вообще в принципе в гик-культуре очень много связанных между собой тем, в том числе и книги, комиксы, и мне кажется, достаточно интересно рассказывать не только про какую-то одну узкую сторону, скажем так, увлечений людей, и поэтому я стараюсь как-то развивать, ну и потом у нас народ все-таки больше играет и смотрит, чем читает. Я надеюсь, что ролики про книги и комиксы заставят их хоть немножечко поменять свой взгляд и люди приобщаться к другим видам искусства, которые на самом деле не то, что не менее интересные, а в некоторых сферах даже интереснее, чем игры или кино. То есть ты сам за чтение и сам вообще много читаешь? Стараюсь читать не меньше, чем играю или смотрю кино. Не потому, что так надо, а потому, что действительно интересно. Отлично, спасибо. Следующий вопрос. Почему такие большие перерывы между выпусками как раз «Пока все играют»? Там 2 месяца и более. Ну, в первую очередь, потому что это достаточно сложный формат. В том плане, что снять ролик про что-то уже готовое, пусть это будет видеоигры или книги, намного проще, чем сделать что-то интересное. Вы же понимаете, да, что все, что мы показываем в ролике, мы само собой делаем не в первый раз на камеру. То есть это в какой-то мере готовится заранее. И это процесс такой достаточно ресурсоемкий. То есть и помимо того, чтобы выбрать тему, нужно подготовить все, нужно помимо этого сделать это интересным, да, то есть помимо технической стороны там, написать опять же какой-то сценарий. Но я надеюсь, что ожидание этих роликов заставляет людей получать еще больше от них удовольствия. И согласитесь, ведь лучше делать реже, но качественнее, чем часто и плохо. Хорошо, спасибо. Ну, так как мы рок-портал, все-таки не обойдется без вопросов о рок-музыке. Ты недавно был на концерте группы «Крюгер». Скажи, пожалуйста, да, ну, собственно, тебе понравилось, да? Месяц назад. А на каких отечественных исполнителей, может быть, даже зарубежных, хотел бы или собираешься сходить в ближайшее время? Ой, ну чтобы прям в ближайшее время... завтра я пойду на Face DS, например. Вообще, в принципе, много куда хожу. Когда появляется свободное окно, скажем так, в расписании, и это совпадает с каким-то интересным мероприятием, стараюсь не пропускать. Вот, ну и раз задала вопрос, видишь, у меня даже майка Black Sabbath сегодня. Отлично. Мы вообще, в принципе, заметили, что блогеры, которые делают обзоры на игры и вообще в игровой тематике, преимущественно либо слушают рок-музыку, либо отдают ей предпочтение наряду с другими какими-то музыкальными направлениями. Как ты думаешь, почему это происходит? Ну, я не могу сказать, что лично я прям отдаю какое-то предпочтение какой бы то ни было музыке, будь то рок-музыка или там какая-то электронная. Хотя, ну, в принципе, да, рок-музыку я люблю, наверное, больше, чем все остальные. Ну, связано это, наверное, в первую очередь с тем, что
я начал слушать такую музыку еще до того, как стал этим заниматься, да, то есть, ну, я не могу говорить за всех остальных, я могу говорить только за себя, но на самом деле, мне кажется, что стиль не так важен, опять же, важно то, насколько хорошо и качественно исполнители, композиторы, и уж поэты, если можно так сказать, да, относятся к своему делу, и если это делают с любовью, то неважно, пусть это будет, там, я не знаю, Лера Москва, Black Sabbath или... группа ЛВТ замечательная. Если трек классный, то совершенно не важно, в каком он написан стиле, если он цепляет, и под него хочется, там, я не знаю, прыгать, плясать там или еще что-то, или просто даже кивать в такт головой. А можешь себе представить, например, какой-нибудь файтинг, например, в Mortal Kombat под «Руки вверх», например? Легко. Если одним из соперников в этой битве будет, например, Александр Пистолетов. Быть кому-то повезет. Спасибо большое. Специально для рок-портала Эквилибриум.